вами фасадинг. У нас приключение. Какое приключение? Ё-моё! Это игра под названием... сами прочитайте. Итак, мы закончили на том, что мы закончили над безумствованием в моих личных экспериментах. О, у нас хватает денег, смотрите-ка. Повысим максимальное количество ключей, я думаю, мне это нужно. А замок, неважно. Как дела здесь? Кто-то у нас тут? Что? А, ясно, улучшать, потому что деньги нужны. А есть, кстати, но потом будут еще. Что в ящике? А, ничего. Что это? И... Ну ладно. Ключи восстановились, у нас 11 их всего. Маловато будет, но ладно. Давайте возьмем, кстати, камень с шахты. Он, оказывается, получился. Бесплатный все-таки. А улучшать можно? Нет, то только объединять можно. Ну, как говорится, давайте ждать тогда. То есть, в смысле, еще один камень получим, и тогда потом... Это так лучше не тратить все, да? Ай, к черту. Это не нужно. Что здесь? Золото, что ли, недоедено? Что будем атаковать? Сначала обычный уровень. А, нет, давайте камни игрока. Попытаемся. Ой, это же знакомое подземелье. Хе-хе-хе. Так, что мы тут делаем? Хитро, да, могу сказать. Опс. Кто за бред? Да. Ну, по времени ограничений здесь не должно быть. Опс. Блин, сложно вот тут выкарабкаться. Из такой дурацкой ситуации. А, нет, не хитро. Оба камня, что ли, можно? А, нет, только один можно, да, если что. Ну, допустим, допустим. Смотрите-ка, лапы хватает камней. Да вы шутите, да не... А, да, действительно, вы шутите. Ну и что? Получилось? Где мой камень? Где мои ключи? Ну так нельзя, слушайте, я уже сделал все. Давайте опять, что ли. Какой слабый замок. Так, вот это как-то замысловато, мне кажется. Ну, тут нужно хоть так сделать. Создатель, ты думаешь, это сложно? Вот теперь точно получилось. Опа! О, два ключа вернули. Да какие вернули? А те где? О! Камешек есть. Пойдемте объединять вот эти два. Тихо, что за монстр? А, ну это какой-то там глазатик вылезает. Как-то так. Ого! О, ключи вернули! Е-е-е! Ну ладно. Простим их тогда за это. Давайте в обычный лезть. Что у нас тут? Взлом. Да ладно. О-о-о-о. Так, не тупим. Ждем. Каких там часов нет? Ладно, к чёртке опыта. Опыта. Ой, вернули. Спасибо. Хоть такое бывает. Давайте больше камней не будем или противников будем искать. Так, сколько там нужно до так называемой новой зоны? Слушайте, как бы зона такая одна, а тут у нас новая зона. Что за зона? Почему тут зоны? Еще шахта, кстати, надо получить. Чем больше шахт, тем лучше. Я думаю. Да вы шутите, что такие сложные замки в уровнях? И хоть ничего движущегося, кроме пушек, нет. Ой, а так можно? В смысле? Ну ладно. Опыт будем собирать. Какой опыт, да? Не надо нам опыта. Точно все ключи возвращают? Отлично. Это чудесно. Давайте-ка с противничнем. Тогда. Ухмылька. Куда меня схватили? Что это такое? Что это за подземелье такое тупое? Да? И тупейшее. А что такое? Что это? Плюс 13. Что значит плюс 13? Монеток, что ли?
Еще раз, нет, пошел не встанем. Успех. А, давайте что-нибудь улучшим, точно. Точнее, вот эту штуку. Какое здоровье? Мое здоровье? Интересно. Только за деньги, да? А тут нужны штуки или какие-то. Нужны штуки, так. В смысле? Вот что делать. Достижение получено. Так. Аппарат, что? Подпиги с машины, в общем. Да? Гаечки вставлять нужно. О, бесплатный. А, вот так. Еще хочу! Шанс шарика. Здравствуйте! Ну ладно, здравствуйте. На том-то как лучше. Да, я хочу дальше. Вести сложнее, ну ладно. О, несколько. Гильдии, замок улучшать. Ну, допустим, допускаем. Что новенького? А, это костюмчик, ну. Новый, в смысле, новый я получил их, значит, нет. А, вот и нет. Особо какие-то свойства нет, похоже, нет. Хм. Ну ладно. Хотя давайте еще может есть еще у меня? А у меня ноль всего, ну. Эх, я. А, нет, листики у меня есть. Ну давайте, но потом. Куда мы идем? Сюда. Так. Натыкаем. Ха. Как смешно-то получилось, что я попал куда надо. А что смешного здесь, да, вы спросите? Ну, не спрашивайте, поймете. Хочу сходить дальше. 10 тысяч замков, скажите, а нет. Хм. Ой, испугался монстрика я. Болван, ну, собственно, ясно, да? Ясно, снова. Кто тот еще я? Вот оно как. Тут еще ведь пушка-картушка. Хе. Ну вот. Поздравляете. Где идеально, скажите? Где мои ключи? А, то есть, если с первого раза, то... То ключи все вернут. Да, кстати, меня дзынкли в нос. Чтобы сказали, что вот у меня тут. Эх, отлично, ключ. В смысле, камни. Угу. А, вот как получать, точно. Листики или листики? Ну, давайте листики. О! С кем мы там сражаемся? Скажите, кто это? Зачем они здесь? Чё, ещё улучшать? Меня, извините, не хочу. Нужно ещё больше камней, давайте. Ладно, давайте костюмы избивать какие-нибудь. Что? Ух ты. Ой, такой какой-то. Ну, допустим. Обычный, да? Так, а где? А, вот нигде. Хочу камень новый. Как у нас тут взлом? Хм. Ой, не получилось. Зато опыт собрал. Счастливы мы. Именно из-за этого. Хочу опыта! Ну зачем, да? Хочу 3 звезды, может быть. О, какой все-таки молодец. Вот и опыт. Сейчас вас пну! Да есть связь! А это что еще такое? Какой костюм? Зачем мне этот костюм? Это типа за то, что ты лох? В смысле нет? В смысле, мы тебе связь прервали, но зато вот вам зато
Костюм зато. Ой, золотой, кстати, какой-то. Это всем дают, скорее всего, всем. Отстаньте, где он? Ключи верните, гады! Все. Так, кого ненавижу этих разработчиков? Вот за потери связи нужно отдавать мне деньги все свои разработчики. Отдавать. Я уже на 3 звезды прошел, специально старался. Давайте мне все ключи. Идеально, мои ключи отлично. Ну-ка. Собаки! Ну и плевать на разработчиков. Значит, 16-й. У нас конец зоны. Только не скажите, да? Скажите спасибо. А, это нужно вот так делать, я понял. Ой. Я думал, что я. Возвращайте, отлично. 6, это хватит на взлом. Ну-ка, молодцы, мы прошли зону сюжетную, как бы. А теперь снова игроков давайте. Ну так, чтобы были. Ха! Замок лоха, называется. Сложный. Зато зон. Ой, ты-ка, слушайте, вот хитробоки, слушайте, построил такую фигню себе. Давайте будем сами, если ключи кончатся, будем себе. Ой, это я зля. Ха. Вот так, то. 1, 2, 4. Есть. Ну, ключи, кстати, тоже есть. Где мой камень? Я получил камень или не заметил? Собаки, а? Какой слот? А. Давайте еще. Слабый замок, пожалуйста. Хм. Ой, ты хит ты. Ой, что-то я дал уж. Надо обязательно обойти туда, смотрите-ка. Ну, может это и так. Камень, пожалуйста. Ну, ну или чё мне? Ну вы издеваетесь. Ну так специально. Ну потому что так, да, сильно, иначе было бы... Другим нечестно было бы, да, нечестно. Все, нет ключей у нас. А почему нет? Сколько есть? Сколько ключей покупать? Не знаю. О, что это такое? Это отмычки, не ключи, кстати, почему-то. Это ключи вообще-то. У вас тут скидки. Ну чё, будем новую схему делать у меня. Давайте-ка. О, можно улучшать, кстати, точно. Давайте. Можно редактировать? Да. Попробуем снова? Нет, не будем. Будем новую схему пытаться делать. Супер-мега-ультра-сложную. Во! О, я ж могу двигать эту штуку! Ух ты! Сейчас мы... Ну вот так, конечно, это тупо будем, да? Давайте вход сделаем какой-то из ям. Нет, вход будет прям здесь. Точно, сейчас будет монстр нападать, смотрите-ка. Это будет летать прям при начале. А в какую сторону будем начинать? Вот в чем вопрос. Нет, вход будет прям здесь. А выход будет не знаю где. В яме висеть в воздухе. Во! Вот тут прям. Допрыгнет игрок? Нет. Вот так, значит. Будет пушки 20 штук стоять, 30 тысяч. А зачем тогда эта яма-то, скажите? Эксперименты. Нет, это не сложно. Я вижу это. Ха! Слушайте, хитробока немножко, но... Не очень. О, слушайте, вот это я, да, уж сам себе заморочился. Так, тут нужно убить этого голема летучего.
Мне нравится. Мне очень нравится этот бред. Ну-ка. Самый бредовый бред из всех, да? Ну, не самый. Не самый. Ах, ёшкин кот. О, прошли. Да, прошли. Я всё-таки этот андроидёнок, прыгадёнок не нужен нам. Не лучший он какой-то. О, вот все получилось. Смотрите-ка. Раз, два. А теперь заново все это сделаем. Пауза. Ой, можно так сделать, точно. Здесь. Ну, давайте пока такое оставим. Или поэкспериментируем еще, чтобы что-нибудь супер опасное сделать. Мои ключи. Не хватит ни на что. А что это такое? А, ясно. А что это такое? Понятно. Лабиринт? Что за лабиринт? Какое дерево? Вы чё? Ну, 10-й мы достигнем как будто бы скоро. Ну, что за списки? В смысле завершён? Не буду. Хм. Ух, там можно еще собрать определенное количество. И, ну и не надо. О, совет, там советы. Где советы? Советы, 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 советов. Что, опять ты тут? А, ясно. О. Да понятно. Ну, еще какую-нибудь фигню позанимаемся, какой-нибудь фигней сейчас. Пушки улучшаются, кстати. А что тут? Я как бы улучшай, улучшай. Ну, давайте. Хватает пока что. Зато опыт дается? Нет. Видимо, костюмы. Хочу обычный. В смысле, не очень обычный, в смысле. Где? Ч-ч-ч-ч-ч. Ну где? Что это, за кристалл только, да? Нет, не только. А был же еще где-то, где? Чё-то я опять туплю. Вот. Уходи. Отлично, да. Мне тут камень еще один маленький какой-нибудь. Так. Пушки улучшать можно. Лучше существо. Ага, делаем стража. Пилим его. Механическим, что ли, по-вашему. Так, а мы исхитриться можем, чтобы он совсем сложно было. Во, как вам? Нет? Нет. А еще лучше вот так вот. А пушки вот эти. Вот вообще направить пушку вот сюда, вот одну туда. Какие там есть варианты? Че так мало-то? Видимо, не для всех. Не для всех. В общем, да. Не злись, а то иначе тебя побьют. Ать, получилось. Один. Ну, как-то простовато. Не надо сохранять было. Ну ладно, пойдет и так. Давайте еще позанимаемся. Это было слишком легко. Вот так будет гораздо сложнее. Может так вот, чтобы в прыжке нельзя было прыгать. Вот это жесть. Сейчас давайте-ка. Ну-ка. Видите, подпрыгнули и сдохли. Ха-ха-ха! Сейчас будет веселуха. Ну-ка. Ой, а пушку? Кто развернул пушку? Так, стоять. Ну, как-то не очень, да? Это уже что-то. Это... Нет, это ничего. Это снова тупо как-то. Ну ладно, в следующий раз сделаем что-то нормальное. Поэтому пока-пока. Деньги. Деньги.